получить отдых на Мальте, заплатив биткоином. На Мальте, средиземноморской островной стране, было создано туристическое агентство Bitcoin Adventures, которое обслуживает только оплачивающих биткоином. Леон Зигмунд, генеральный директор агентства, говорит, что биткоин – это хорошая валюта, потому что нет необходимости в посредниках, а для перевода средств нужен только смартфон, цитирует Узманкоин. Он также отметил, что суть проекта заключается еще и в повышении осведомленности о биткоине. Первыми клиентами Bitcoin Adventures стала японская пара, которая сказала, что им было приятно платить биткоинами за путешествие.